город Караганда. Вот впереди территория 17-го микрорайона. Весна 2022 года. Вот снег только растаял. 9 апреля сегодня. Мы идем. Это место я в прошлом году снимал. Осенью. Вот тут брусчатка такая хорошая, широкая. Причем она высоко так поднята над уровнем земли. Что, в принципе, хорошо. Потому что можно... Можно без запаски вот идти вот. Видите, поверхность брусчатки сухая. А вот слева-справа земля еще влажная. Поэтому в ненастную погоду это удобно. Там вот лицей, я его снимал зимой. Вот здесь такая детская площадка. Странновато, что перед магазином, но с другой стороны, может, так и лучше. 17-й дом, наверное, 17-го микрорайона. Вот, проход такой хороший, широкий. Здесь даже вот ступеньки спуска сделали, да? Ремонт был сделан таким образом. Вот обзор назад. И вот этот видеоролик я завершаю.